Доброго времени суток, дорогие друзья! Я вновь вас всех приветствую на своем канале. Канале о вязании не только. И сегодняшнее видео будет и не только. А именно очередная распаковочка. Я сегодня поменяла свой образ полностью, как вы видите. Что я вам сегодня буду показывать? Наш добрый друг. Да, лично мой он добрый друг. И я думаю, что всех корпулентных дам тоже. Интернет-магазин Tikitex вновь предоставил мне на обозрение товары, которые мы сейчас с вами и посмотрим. И что же первое я хочу вам показать? Это вот такой замечательный костюм. Ярко-красного цвета. Так, сейчас я опущу камеру чуть-чуть пониже. Будет опять дефиле. Усаживайтесь поудобнее. Вот такие штанишки. И вот такая кофточка. Футболочка. Очень удобно. Все свободно. 70-й размер. Ну, я и брала такие кармашки в брючках. То, что я очень люблю. Ну и, конечно, очень тоненький трикотаж. Сейчас на лето и чуть-чуть попозже. Сейчас, конечно, вообще в такую жару. Хоть ты что на себя одевай, жарко. Хоть кожу с себя сними, и, наверное, будет жарко. Поэтому... Это немножко туда, когда спадет жара. Так, вот так вот выглядит со спинки. Я вообще не вижу, что я показываю, потому что я софиты тут поставила, себя вообще не вижу. Цена довольно-таки приемлемая. Проходите на сайт интернет-магазина. Ссылки будут оставлены под видео. Также я оставлю ссылочки на каждый из товаров, которые я выбрала. То есть, если это костюм, ссылочка будет оставлена на костюмчик. Вот такой замечательный принт. Яркий цвет. То, что я люблю. Может, кому-то не нравится. А я просто обожаю быть яркой. Менять себе настроение. Вот я... Сменила имидж и очень-очень рада, потому что мне сегодня было с утра грустно, это я расскажу вам во влоге. А сейчас давайте продолжим дефиле. Если предыдущий образ был для дома, то этот образ на выход. Вот такую туничку я вам уже показывала. Это не туничка, это кофточка, но я показывала вам 70-го размера. А это 66 размер, так как она очень свободного кроя, поэтому я взяла чуть поменьше. И мне кажется, что ну, вот это ну, как более по моему размеру. Также я показывала вам уже брюки такие же, только 70 размера. А эти брюки 68 размера, и мне тоже кажется, что... Вот на размер меньше брючки лучше смотрится на мне. Ну, чуть-чуть схуднула я. Немножко такая жара, просто невозможно не есть ничего, не пить. Вернее, только пью. Вот. Ну и веду сейчас более активный образ жизни. И немножечко схуднула, поэтому на размер. На размер меньше себе покупаю. Очень замечательная вот эта вот кофточка. Она из вискозы, невесомая. Стирается. Я уже ту свою туничку, кофточку, да, неоднократно стирала. Точно так же, как и брюки. Вот они какие были, такие остались. Мне очень сложно было найти где-то на себя брючки. Но вот на сайте интернет-магазина Tikitex я нашла. И я, ну, как бы ждала, что интернет-магазин предложит мне еще сотрудничество для того, чтобы повторно выбрать уже полюбившийся товар. Ну, вот сейчас я его и выбрала. Так, продолжаем, да?
такого цвета у меня тунички не было. Но была в сером цвете. И когда я одела ее, все сказали, что мне очень хорошо в той туничке. Ну, не знаю, как в этой. Значит, это тоже 66 размер. Есть к чему стремиться. Ну, вот я не люблю, чтобы было так обтянуто. Но есть к чему стремиться. Для того, чтобы немножко похудеть. Да? Тоже очень такой вариант. Легкая, красивая. Свою серую туничку я уже тоже неоднократно стирала. Ни принт не облез, ни цвет не поменялся. Вот как будто она какая была, такая и есть. Не знаю, в этом цвете будут какие-то изменения или она останется такой же. Ну, в общем, вот такая замечательная туничка. Мне очень нравится. Теперь у меня еще есть такой цвет в гардеробе. Приношу свои извинения за мой такой слишком откровенный вид. Ну а как по-другому показать, да? Это еще один топ. Я показывала в предыдущем видео на себе телесного цвета. Сейчас я выбрала черного цвета. И не только. И не только я покажу попозже. Вот такой топ. Значит, я его, конечно же, выбрала для того, чтобы носить его под свою туничку. Под ту, которая у меня есть и которая еще будет. Сейчас я покажу, как это будет выглядеть. Ну и вот так вот выглядит топ под мою туничку. В общем, очень замечательный тоже образ, да? Что телесного цвета, что черного. Я выбрала еще один, только другого размера. Это 56 размер. Вот это, которая на мне, 58 размер. Это 56 размер и это 56 размер. И вот это вот такие цвета. Все разные цвета. И вы тоже можете пройти, посмотреть. Мне писали в комментариях, что хотели бы приобрести такой топ, но не нашли. Просто вы невнимательно смотрели. Видите, какой выбор. Как жарко. Просто невозможно пошла снимать. Ну и крайнее, что я хочу вам показать. Это вот такие замечательные полотенца. Посмотрите, какие они замечательные. Качество просто фантастическое. Это вот полотенчик поменьше. Это я взяла, вот, хоть иногда, но взять в гости ко мне приезжает. Я думаю, возьму. Ну, малявка, может быть, тоже. Вот такой цвет взяла именно для него. А вот эти, конечно, два цвета я взяла для себя. Они вот такие большие. Видите, какие большие? Значит, размер у них 70 на 100. Так. Василиса написано на этикетке. Вот. Ну, качество у них очень замечательное. И взяла, видите, здесь отделочка вот такая, а в этом отделка мало того, что по бокам как бы как вышивка, да, и еще есть тиснение по самому полотну, то есть такие выдавлены как розочки, я не знаю, передает камера или нет. И тоже размер у него такой же, 70 на 100. Замечательный размер. И голову укутать, и себя укутать при необходимости. Вот такие замечательные вещи я выбрала на сайте интернет-магазина Tikitex. Но это малая толика того, что есть на сайте. Там есть и текстиль для дома. Есть
и платья, сарафаны, тунички, костюмы, футболки и для мужчин, и для женщин одежда, и для детей, и для старой, и для млада. И есть и носочки. В общем, товарищи, вам нужно просто пройти по ссылочке и посмотреть. Очень удобный сайт. Выберите то, что вас интересует. Можно просто нажать на размер, можно и по цвету выбрать, можно и даже и по фасону. Очень удобный сайт. Так что проходите, смотрите. Приятных вам покупок. Ну, а я с вами на сегодня прощаюсь. Как всегда, желаю всем здоровья и прощаюсь совсем ненадолго. До новых встреч, до новых видео. С вами была Ирина.